Что такое мечта? Мечта – это когда ты что-то хочешь. Это может сбыться или нет. Например, загадать желание, и оно сбудется. Мечта – это то, что хочет человек. Человек об этом мечтает. Но мечта может быть такая, что не может исполниться. Мечта – это когда что-то, чего-то хочешь. Почему люди мечтают? Потому что им что-то хочется. Например, игрушку какую-нибудь. Потому что не хотят. Ну вот, например, моя мама мечтает, чтобы я хорошо себя вел. Либо накапливать деньги, либо уговорить маму. Если это мечтает ребенка, это можно исполнить, а лучше нужно сказать свою мечту родителям и хорошо себя вести. Можно попросить у Деда Мороза его уже на фене. Расскажи о своей мечте. Я хочу увидеть настоящего единорога. Ну, я мечтаю стать ковбойкой. Я хочу стать парикмахером. Ну, мои мечты, они очень хорошие. Нету ни одной там, где игрушка какая-то. Я все мечты делаю про безопасность и про мир, и про дружбу. Я хочу куклу. Я вот мечтаю, чтобы папа с мамой мне купили фугу. Если бы ты поймал золотую рыбку, какое желание бы загадал? Чтобы я стала знаменитостью, принцессой, и у меня было много игрушек. Я стать хочу ковбойкой, на танцы ходить, хочу быть врачом, пианистом. Я бы загадал, чтобы папа с мамой с мной бы съездили на юг. У меня нет желаний, я бы ничего бы не загадывала бы. Я бы попросил, чтобы все животные были бы хорошими. Еще я бы попросил, чтобы мама с папой никогда не попадали в аварии. Я бы еще попросил, чтобы все детки жили дружно, никто ни на кого не ругался и не жаловался.